сорт острого перца Jade's Sage Red. Переводится как Jade's Sage красный. Это такой вот морщинистый перчик. Относится к виду Capsicum chinensis. Срок созревания такого перца от 90 до 110 дней. Высота растения может быть от 80 см до 1 метра в высоту. Острота от 900 тысяч по шкале Сковеля до 1 100 000. Очень-очень острый. Вкус у этого перца насыщенно фруктовый. Такие вот красавцы. Очень-очень высокоурожайный сорт. Они похожи чем-то на скорпиончиков. Такие вот перчики. Созревают от светло-зеленого, сначала до оранжевого, а потом красного. У меня была высота куста где-то 80 сантиметров, наверное. Он обрезался. И такой вот красавец. Конечно, сильно портит мне совка. Вот этот перчик, это уже, он очень маленький. Тут уже поработала совка. 100% разорвем сейчас, а он будет внутри уже съеденный. Очень много попортила мне совка в этом году этого сорта перца. Очень-очень много. Такой вот красавец. Очень-очень много плодов на нем. Очень высокоурожайный. Рассмотрим перчик поближе. Вот он чем-то похож на скорпиона. Такие вот у него есть. Вот он с язычком. Такой вот. Плоть у него морщинистая. Такой вот красавец. Ну, сейчас взвесим, посмотрим, сколько он весит. 8 грамм. Сейчас посмотрим какой-нибудь другой. Да, тоже 8 грамм. Вот так выглядит перчик изнутри. Стенка в пределах 2 мм. Вон там полно жидкости. Это капсаицин. Он даже, если присмотреться, наверное, видно он. Это очень острая жидкость. Вон сколько вытекло ее. Это масло капсаицина. Невероятно острое. Так что такой перчик можно выращивать у себя дома, на подоконнике, на своем участке и в теплицах.